Сейчас мы идем к самолету. Вот наш самолет. Азур-Эйр. Крайний. Туи. Какие там 300 сидений? Не 300, там 200. 218 где-то. Что ты обманываешь? Я пошутил. Я решил... Страумный. Нет, я решил сказать, что это типа самый большой самолет. Но тут, по сути, я не знаю, как бы снимать нельзя. Но я вот... Такой взломщик. Спускаемся вниз и идем по трапу в самолет. Я уже чувствую, как его движки гудят. Там, ну, там купить. Направо, налево. Знаете, тут очень тепло в трапе. Реально, звук такой странный. Мы сидим на 7-м ряду, это как бы бизнес-класс. Заходим в самолет. Катю ждать надо. Окей, ждем. Ждем. Вот сейчас мы будем ждать Катю. В самолете я как сяду с ним. Вот мы уже присели в самолет. Там нас мужчина встретил. Здорово, Ярик. Ну что, как самолет? Первые впечатления. Ремешок. Хороший самолет. Аэробус А321-200. Если честно, я ожидал больше от самолета. Больше? Да. Ну я тоже не знаю. Хотя, не, по сути, самолет-то нормальный. Но тут почему-то не написано не Азур Эйр, а Унур Эйр. Нам доступно вот два таких вот иллюминатора. А почему-то. Ну, я не знаю, в принципе, отсюда они большие, да? До сюда хорошо видно, хорошо снимать. Я вот так вот и буду снимать. А вообще, на самом деле, как по мне, маленькие иллюминаторы, вот реально, визуально. Издалека кажется, что большие, но на самом деле... Вот мы сидим в ряд на 7-м ряду. Вон там папа и Миша сидят. А тут я с Яриком и Катей. Вот мы сидим. Привет. Ярик. У нас дела все нормально, бабуля. Так что ты не волнуйся. На аэробус сейчас полетим. Мы сидим на 7-м ряду, это как бы бизнес-ряд. VIP, как бы. Вон Миша виден. Ну, короче, вот полки багажа тут, в принципе. И весь самолет сдает. Все по стандарту. Вот так он открывается, раскладывается. Надпись только и вот с этой стороны вот видно, да? И также вот с этой. И тут вот какой-то журнал с девкой. И карта, как всегда. Вот. Реально, для меня это большой вопрос. Почему Анур, а не Азур, если мы летим на компании Азур? Спинки вот как откладываются по кнопке. То есть все легко. Сейчас машина появится. Какая-то машина, которая самолет толкает, едет. В принципе, это хорошо, что нас два элемента. Пока нету наших соседей, да? Докажи, соседей нету. Да, соседей сзади вообще нет. Это просто... Мы спинки откинули. Тут вот такой вот кондиционер. В принципе, короче, стандартный самолет. Мы приедем в Турцию, и мне купят Lego техник. Наверное. О, круто. Ну да. Стандартный самолет, короче. Ну да. Все обычно, только почему-то вот. Давай я опять сниму с Сашей. Я нажала, да? Сашка, помаши маме. Что-то тут перекручено. Я тебе помогу. Паша, помаши. Привет, еще близок. Вид, флайт, вид, Азур Эйр. Встаю
jumped to charge the cabana's taking quiet and didn't check my excuse. На турецком говорят, у нас вышел казус небольшой, турецкий самолет. Кали Круз Лайт Альпен Кроссинг. Slip the vest over your head, bring the vent around your waist, fix the vent until it's tight. Inflate your waist when you leave the aircraft, inflation will be automatic when you pull down these red handles. If not, it may also be inflated by balloon to the tubes. Life vests for infant have been destroyed by cabin crew in case of emergency. Put on. Inflate immediately. Thank you for your attention and have a nice flight. Турецкий, и стюардессы, и пилоты. Да тут даже инструкции вот по безопасности на турецком. Ну, вот вот и тут и сейчас, ну, мы уже взлетели, сейчас должны кушать, и у нас произошел небольшой казус. Дело в том, что, ну, бортпроводницы раздали нам не те приборы. Да. Я не знаю вообще, будут ли нас кормить, потому что пока что нам предлагают только воду, и все. Мы летим, нам уже выдали воду обычную, вот. Почему-то забрали столовые предметы. Вот и мы не знаем вообще, будем мы кушать или нет. Я хочу кушать, у меня животик болит. Вообще непонятно. Да, просто непонятно. Эти турки какие-то странные. Ну, так я же говорил, надо было лететь на украинском. Украинском? На украинском. Мы ведем наш репортаж. Привет. Мы
играем в слова. К нам пришел... клип. К нам пришел Саша. Ой. Саша, скажи что-нибудь. Ярик! Что, держи? Давай! Это Сашина игрушка в пропелле. Летим в тур, заряжай! Полет нормальный. Дали воды, чая. Кушать не даю. Hoş geldiniz. Kendiniz.